Мы вышли с машины, вот, и получается двигаемся в сторону КамАЗа. О, привет, девочка, как дела? Это наш мне Стюарт. Как дела? Пойди сюда. Пойди сюда, это Юрчик, лучший специалист, да. Вот, на судне «Алите». Это наш Стюарт, поэтому молодец он. Этот, видите, это очередной раз доказывает, что тут ничего без подготовки, все это, все так, как в прямом эфире. А кофе меня, видите, даже не предлагает. Витя, в чашку, я говорю, этот, что сделай кофе, а он, ну правильно, потому что я пришел не вовремя, поэтому этот. Ничего страшного. Вот смотрите, это получается камушек. Что вот это такое, Юра? Это у нас получается для фаткукинг систем, для, получается, для фритюрницы. Этот, понятно. И вот, как вы видите, оборудование тут отличное, потому что повару более-менее легче работать. Скажем так, не на каждом судне есть такое оборудование, и тестомешалка, и все остальное, и посудомойка, и этот. То облегчает как бы намного. Притом есть помощник Стюарт Юра, который этот помогает повару во всех его делах. Видите, я хотел сейчас еще раз очередной раз заснять, как этот повар готовит, но он, видно, еще отдыхает. Вот, я хочу спустить, вам еще показать внизу, получается, где продукты вся закрыта. Видите, закрыта, сейчас Юра придет и покажет нам, и откроет, и покажет, где находятся продукты. Вот, это что у нас, коптерка, и все. Они могут отдохнуть, посидеть вдали от всех. Вот. Как-то так. Ну, неплохой камбус, скажем так, мне очень нравится. Тут получается две столовых. Две столовых, одна для рядового стола, другая для офицеров. То есть, в принципе, условия отличные. Вот, поэтому сейчас Юрчик меня приглашает на перекур. Я хотел же показать вам еще где продукты. Может, он сейчас соизволит на пару минут открыть и покажет на пару минут этот. Получается, где у нас хранятся продукты и что у нас там внизу. Пойдем. Да, сейчас пару минут по-быстрому пройдемся. Вот, это получается спуск вниз. Вот. Вот, видите, начинается все с чего. Тогда ты, получается, включаешь освещение, да? Вот, и пошли. Вот, я сейчас покажу вкратце это. Тут тоже получается водичка. Вот. Тоже коробки, кофе такое. Все, как бы коробка. Все герметично, все отлично. Вот, идем дальше. Это у нас, видите, холодильник. Тут соки такое. Молочка. Это рыбная у нас. Очень холодно, скажем так. Рыба уже практически не осталась. Ну ничего, уже конец контракта. Приедет другой экипаж, купит. Это у нас мясной. Тут вообще, конечно, лучше не заходить, потому что мороз. Но тут отлично, можно тоже хорошее помещение для того, чтобы всегда быть молодым. Поэтому бесплатно, имею в виду, каждый день 5 минут. Я, кстати, знаете, я вот сейчас подумываю, что можно и когда у тебя зарядку делают, приходить сюда на 5 минут. Стоять, охладиться, и всегда будешь молодой, энергичный, красивый, умный и так далее. Спасибо. Поехали дальше. А это что у нас, Юра, овощной, да? Ага. Тоже прохладно, все отлично. Тоже все в коробках, видите. Все, конечно, не голословно. Все как бы это красиво, и на полу ничего не лежит. Вот, и вот и даже я, знаете, что вспомнил ревизора. Когда они приходят, получают по ресторанам, проверяют, и все оно валяется. И, то есть вы видите, что ничего не готовилось. Нечего убираться. Спасибо, Юра, за экскурсию. Поэтому сейчас, смотрите, выключаю свет, все подключали обратно. И идем на этот отдыхать. Вот, и кофе пить и так далее. Вот. И жалко, конечно, что повара нету. Я хотел пару слов, чтобы он сказал. Ну, в принципе, он сейчас придет, но я имею в виду, что ничего страшного, что его нету. Все, видите, как бы все красиво, все за него помощник сделал. Так что все, берем кофе и идем. Спасибо за внимание. Всего доброго. Подписывайтесь на мой канал.